На 7-12 градусов ниже климатической нормы в новогодние праздники московский регион накрыли аномальные холода. Редкие пешеходы передвигались перебежками, автомобилисты не без труда заводили своих железных коней. Прибавилось работы и у коммунальщиков. В Одинцовском округе крупных аварий зафиксировано не было. Но тем не менее, небольшие, но неприятные происшествия у нас все же были. Это и остановка одного из котлов в поселке Санатория-Поречье, и утечки в подвале дома в микрорайоне Супонева, и скачки напряжения в ряде мест. Были разрывы батарей в подъездах, местах общего пользования, в многоквартирных домах, в подвалах. Два отключения на сетях теплоснабжения произошли в Супонево и в поселке Санатория-Поречье. Оба кратковременные. В первом случае из-за гидравлической работы сети. Они оказались построены либо некачественно, либо с нарушениями требований по электрической защите. Также у нас была вторая авария, это то, о чем вы упомянули, это котел в Поречье. Утечка внутри котла произошла и соответствующее погашение горелки. Котел был разобран, отремонтирован и запущен вновь в работу. Отдельно на еженедельном совещании обсудили ситуацию в школе «Квантум» в Звенигородском микрорайоне Супонева. Из-за перезапуска котельной с 8 на 9 января там произошло завоздушивание третьего этажа здания. Температура в помещениях упала. Некоторые классы перевели на дистанционное обучение. На третьем этаже для того, чтобы ликвидировать завоздушивание и провести работы по опрессовке систем после перезапуска котельной, в ночь с 9 на 10 работали аварийные бригады ХЭСа. Проблема ликвидирована, сейчас все радиаторы горячие. Установить датчики температуры в помещениях образовательных учреждений – такое предложение сделал глава округа Андрей Иванов. Сигнал должен быть выведен на пульт хозяйственно-эксплуатационной службы. Это поможет решать возникающие проблемы в режиме реального времени. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».